Привет всем! Мы находимся на дне рождения звездного десанта. Это шоуменс, а также шоу-вуменс. Рядом со мной Эдуард Дядюра и Виолетта Дядюра. Это творческие люди. Расскажите про себя. Добрый вечер. Эдуард Дядюра, дирижер, композитор, продюсер, певица Виолетта Дядюра. Здравствуйте, Виолетта, певица, модель и актриса. Любимая деятельность из всего перечисленного, ниже перечисленного? Вокальная деятельность, как певица. Певица, да? А модель очень красивая. Она участвует очень часто в показах различных. А конкурсы красоты? Нет, это не мой уровень. То есть другой уровень, понятно. Хорошо. Эдуард, а про ваше творчество, самый яркий момент вашего творчества? Или он еще впереди? Ну, у любого человека творческого все впереди, конечно. Но яркие самые моменты, это, конечно, концерт в Америке, несколько концертов в Англии. И, конечно же, проект «Виолетта», который я пишу свои песни, дарю ей, она исполняет мои песни. А скажите, вы... читаете классическую музыку или больше поп-музыку? Лично я? Да. Конечно же, я как дирижер и обладатель двух высших образований, как оперно-симфонический дирижер и хоровой дирижер, конечно же, я классик, я люблю больше, и для меня ближе это классическая музыка, но так как моя дочь поет высокую эстраду, я пишу для нее красивые эстрадные песни. Хорошо, а касательно классической музыки, вот лично наших зрителей интересует момент. Она как-то поднимает духовно, дает какой-то дальнейший творческий рост, классическая музыка. Расскажите, поделитесь, вы как профессионал. Ну, говорить о классической музыке не очень хорошо, ее надо слушать. И, конечно же, я могу сказать, что это необыкновенное ощущение, когда человек приходит в зал филармонии либо консерватории и слушает симфонический оркестр. Об этом можно говорить много, но самый важный аспект – это убедить человека прийти на концерт и послушать вживую эту музыку, поскольку ты погружаешься в ту эпоху, в то состояние, в котором находится концертный зал, либо исполняемая та или иная музыка. Если это Бах, то это там 17 век, если это Бетховен, то 19 век. То есть это нужно пережить, ощутить каждой клеткой своего организма, каждой своей поры классическую музыку. Некая мистерия, да, можно сравнить с мистерией. Конечно. Виолетта, а скажите, как вы относитесь к классической музыке? Потому что, ну... Вообще, на самом деле, меня сейчас позвали на сцену, я следующая иду выступать, но к классической сцене, на самом деле, так как я родилась в семье классического музыканта, я очень люблю классическую музыку, я учусь тоже в музыкальном вузе, получаю высшее образование, и я, на самом деле, очень наслаждаюсь классической музыкой, но почему-то предпочтение больше отдаю именно эстрадной поп-музыке. Почему? Ну, я люблю больше танцевальную, я люблю танцевать, на самом деле, я занимаюсь танцами, я играю на ударных инструментах, и я люблю подвижную музыку. А танцами какими? Абсолютно всеми, и латинские, и хип-хоп, R&B, и даже голландские были, ну, все. Кстати, вы сейчас это увидите и услышите.